Всем привет, друзья! Вы на канале Paradise. Так, я решил переименовать свой канал, потому что, ну, реально, все, что пришло мне в голову, это рай. Paradise в переводе обозначает рай. Ну, действительно, мне кажется, это Алания, просто райское местечко такое на земле. Посмотрите, апельсины, лимоны, пожалуйста, можно срывать с деревьев. Зачем я вообще их покупаю? На самом деле мы немножечко закосячили начало этого видео, которое снимали в Каргиджаке, это район Алании. Покажу в этом видео вам новый жилой комплекс, который только-только сдался, он совсем новый. Всем желаю приятного просмотра, там я буду немножечко в другой одежде, не удивляйтесь. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и поехали. Ну, заходим. Вот здесь будет сидеть смотритель по местному КПДЖ. Смотритель. А он смотритель. Что за северные эти высказывания? Смотрите. Вот здесь бассейн, смотрите. Красота. И там я вижу под барбекю, да? Да. Место под барбекю. И с этой стороны бесплатная, подчеркиваю, бесплатная парковка. Да. Жилой комплекс из скольки состоит блоков? Три блока. А, Б, С. А? Б и С. А С, он, получается, перпендикулярно, да, стоит остальным? Да. Значит, внимание, цены. 1 плюс 1 – 61 тысяча евро от. Ага. 2 плюс 1 – от 104 тысяч евро. 104 тысяч евро. Но, чтобы вы понимали, почти все квартиры видовые. Все солнечные и все смотрят на море. До моря у нас здесь 150 метров. 150 метров? Вау, вот круто. Так. Ну, пойдем, покажи нам. Пойдем. Как тут все? Я сразу вижу, что отделка довольно-таки качественная. Это, нет, ну, не дешевый, да, дом? Да, застройщик очень известный. Ага. В наших узких кругах. Вот, здесь, значит, дом еще не сдали, но можно посмотреть, во-первых, как делается ремонт. Через месяц должен сдать дом. Ага. Вот, район Каргиджак считается у нас рублевочкой небольшой. Я ему рассказывал про это, не будем повторяться. Ну, мои-то не знают зрители. Район Каргиджак, это рядом с Махмутларом, но он чем отличается? Здесь тихо, спокойно, ну и что еще? Неплотная застройка. Неплотная застройка. Максимум 5 этажей. Вау, вообще красота. Значит, друг мой. А я уже все, уже сюда ушел. Смотрите, красотища какая. Класс. Так, ты мне хамам, да, хотел показать? Да, хамам. Каргиджак, в общем, что я хотел сказать, да не смог сформулировать. Это для тех людей, которые хотят уйти подальше от городского шума, от городской суеты, правильно? Да, уйти в себя. Уйти в себя, да. Если вам все надоело, сюда. Поймать нирвану. Да, именно так. Хамам, которым уже никого не удивишь, да, у нас? Сауна большая. Сауна. О, кстати, да. Большая сауна, все новое, пахнет прям деревом. Вот эти ручки у всех одинаковые, у нас такие же. Но посмотрите, как правильно они сделали сауну, ребят. Мы должны это оценить. У нас, в общем, в доме вот так стекло идет, и снизу весь выходит. Да, не больше. Значит, здесь гардеробная. Раз. Угу. Ну, раздевалки. Да, да. Раздевалочка 2 и 2 санузла. Далее, друзья, проходим здесь у нас что? Значит, обратите внимание, что, друзья, дом хоть и новый, да, вы скажете, откуда у нового дома проблема, но вы можете вот снять просто, пожалуйста, снимите 150 метров от моря, и здесь никакой нет ни сырости, ни плесени, ни запаха, ничего. Угу. Хоть и дом новый. Ну, в некоторых новых домах, помнишь, мы с тобой смотрели? Да, да, вот там сразу прям. Да, вот, друзья, новый тренажерный зал. Ну, не скажу, что вы здесь сможете воспользоваться всеми максимальными тренажерами, которые есть вообще в больших залах, но... Вот этого, опять же, нам не хватает. Форма здесь, в принципе, есть. Кардио и силовой целый тренажер. Да, он очень хороший. Это универсальный, да? Да, жалко, он ко мне в багажник не влезет. Так. Проходим, значит, здесь зона небольшая отдыха. Опять же, выход на бассейн. То есть летом, да и, в принципе, всегда дверь всегда открыта. Да, вот здесь вот, ну, то есть, это как небольшая барочка, да, такая, что-то здесь сделали. Здесь сидите, отдыхаете, там. И опять же, что правильно сделано, обратите внимание, давайте сравним наш бассейн, как у нас находится, и как здесь. С
солнце будет бить постоянно сюда, и вода всегда будет греться. У нас в нашем комплексе, помнишь, да, она находится не на прямых. Ну, у нас, да, вообще нет прямых тем. И вода долго греется по всему. Сейчас она будет быстрее греться, потому что солнце падает сюда. А можно я там выйду сейчас на территорию? Хочу прям попробовать. Хочу ощутить себя жителем этого комплекса. Какая вот, блин. Ай, красота, ребята. Ну как вы вообще считаете? Ставьте лайк, если вам тоже нравится. Я до сих пор хожу, у меня, видите, улыбка с лица не сходит. Ну какие же классные жилые комплексы. Видите, садовник там что-то убирает. Такую недвижимость хочется купить. Итак, друзья, я уже нахожусь в квартире. Наконец-то я вернулся к своему любимому делу. Смотрите. Просто без комментариев, я не знаю. Офясь, опять это слово красота. Надо какое-то другое слово, слушай, придумать. Красота. Напишите мне в комментариях, что можно еще использовать, какие-нибудь синонимы слова красота. Квартира у нас двухэтажная, двухуровневая. Это дуплекс. Примерно сколько площадь? 120? Нет, это 137 квадратных метров. Цена, внимание, 132 тысячи евро. Но такие квартиры есть в соседних блоках также. Ага. И цена от 105 тысяч евро. 2 плюс 1. Квадратура 2 плюс 1, друзья, у нас... Я вам скажу, от 110 квадратных метров до 150, 1 плюс 1, квадратура 66-70 квадратных метров. Цена 1 плюс 1, 64-61 тысяча евро. Ага, сейчас многие там, я уже смотрю, здесь тоже много диванных экспертов, так сказать, скажут, что-то дорого. Друзья, понимаете, есть разные районы, есть разная близость к морю, есть разный класс комплекса, да? Разные пляжи. Разные пляжи. Разных районов. Все, видите, в совокупности выливается в цену за квартиру. Плюс, далее, обязательно надо смотреть на качество. Да, ну да, я вижу, прям все качество. Да, совершенно отличается, скажем, даже с нашим домом, ну, элементарно. Да, да, вижу, да, сразу. Качество. Высокие потолки, если не заметили, друзья. Да, кстати. Высокие, у нас немного ниже. Сейчас мы еще на второй этаж поднимемся, давай сейчас покажем вид с балкона. Большая терраса, балкон 150 квадратных метров, значит, район Карбиджак. Отель, всем известный, Люмас, имеет пляж, который находится также в Карбиджаке. Кстати говоря, пляж с этим комплексом, они у них одинаковые, здесь нет закрытых пляжей. Следовательно, отель за свои деньги, как часто это бывает, чистит пляж. То есть у вас с отелем один пляж, здесь нет такого, что если пляж у отеля, вам нельзя туда зайти. Весь берег. Просто они убирают весь берег, и то есть вы ходите с ними на один хороший пляж, очищенный, приведенный всегда в порядок. Там, то есть, нет принципиальной разницы, куда вы пошли, но я бы пошел бы туда, где, конечно, очистить намного удобнее. Там шлонки, дальше район Каргаджак уходит. Здесь это пересечение, ребята, района Каргаджак и Махмутлар. Мы можем увидеть, что по правую руку вот у нас дома, это уже район Махмутлар. Да, видите, многоэтажечки уже пошли, это все уже Махмутлар. Сразу с правой стороны у нас находится по воскресеньям рынок. Ага. Приезжает сюда, это тоже очень удобно, что рядом с новым рынком. С левой стороны у нас уже идет основной Карбиджак, который находится на, скажем, в горах, на холмистой площади. Что это за такой дом на горе? Это отель Утопия. А, там как будто этот живет. Да, его недавно купил, кстати говоря, Анекс Тур. А что такое Анекс Тур? Анекс Тур, ну это туроператор, который купил, где-то так вот. Вот. Как будто там граф Дракула живет на горе. Да, но там на самом деле очень классный отель. Что, вернем? Все, в принципе, все проекты, которые далее будем вам показывать, будут находиться вот там, наверное, первый проект. Да, забегая вперед, мы же сейчас туда еще поедем. Да, очень крутое, там что-то хотят мне ребята показать, я сам не видел. Давай поднимемся на второй этаж. Как бы здесь почти все квартиры, они все солнечные, зимой квартира греется. И что это очень, конечно, хорошо. Угу. Мраморная лестница. Для нас, в России это, конечно,
показатель богатства. А здесь, в принципе, мрамор везде. Здесь этому не так удивляет. Света нет. Посмотрите, какая большая ванная комната. Тут вообще есть квартиры с ваннами? Нет, да, есть в старых домах 10-го года. В турецких они встречаются. Далее, друзья. Вау, как мило. Спальня хозяй. Здесь небольшая, вы видите, зона. Гардероб. Грамотно сделанная. Ничего себе, это вообще мечта. Санузел. Санузел. Душ, да, есть? Душевая кабинка есть. Верим тебе на слово. Да, число. Вот, и что самое классное, что вы просыпаетесь, ложитесь вот с таким видом на море. С утра, да, представь себе, выходит. Ох, да я ж в раю. Да, смотри, там горы. Ребята, кстати, всегда говорю о том, что у вас будет приятный сюрприз, приятная неожиданность, когда вы сюда уже приедете, увидите все воочию. Камера никогда не передает, как на самом деле здесь красиво, вид на море не передает. Так, и еще одна у нас детская комната для двух деток. Все. Тоже выход у них на балкончик имеется. Круто. А один плюс один посмотрим? Один плюс один, да. Дяденька. Но они ниже этажом, дяденька. Итак, квартира один плюс один. Она уже продана? Да, но пример можно. Да, как шоурумчик. Кухня-гостиная. С выходом на балкон. А слева сразу был санузел с душевой кабиной и спальня. И балкон туда же. В общем, по всем ценам обращайтесь, спрашивайте в WhatsApp, сейчас номер появится на экранах. Скину вам полный прайс-лист по этому дому. И, в принципе, можно выбрать здесь квартиру. Так, а есть еще открытая, да, на ту сторону? Можно? Нет, она подешевле, она, наверное, да? Один, большая. Да, большая. Какая цена балкона. Ничего себе. Да, да, да. Тут просто метра три стекло. Вид на море. Огроменная просто. Вид на море. Горы. Вода. Здесь вот смотрите. Офигенно. Вот, если хотите видеть район Каргиджак еще не только побережный, а вот в принципе, да? Ага. Район Каргиджак. Там тоже Каргиджак, там находятся вот отели. Раз отель, Gold City. Вот это Махмутлар. Вот это все Каргиджак, друзья. Здесь находятся самые элитные проекты, виллы. Просто сними, как высоко эти виллы там находятся. Вот там вот, да, вон там они. Весь там. Город на ладони. А туда хорошая дорога? Да. Просто это бассейн, да, квартира-студия в Сочи. Ну, серьезно тебе говорю, блин. Ну, в общем, вот такой вот проект. Все, друзья, по этому проекту все. Не забывайте, кстати, поставить лайк, подписывайтесь обязательно на канал, кому интересна недвижимость в Алании, жизнь в Алании. Я с вами прощаюсь, звоните, обращайтесь, много еще всего. У нас полностью вся база новостроек, очень много вторичек. В общем, жду ваших обращений и дай бог увидимся в Алании.